Украинский телеканал «Прямой» представил репортаж об акции протеста на Лачинской дороге и о попытках армянских пророссийских СМИ преподнести эту акцию как блокаду армянского населения. В репортаже говорится о том, что в армянской прессе и пророссийских СМИ распространяется дезинформация о якобы спровоцированной Азербайджаном гуманитарной катастрофе в Ханкенди, тогда как в зоне проживания армян сохраняются нормальные условия жизни. Разоблачить армянские мифы оказалось достаточно легко. При обзвоне местных сервисов по доставке еды ни один из них не пожаловался на проблемы с поставкой продуктов. Народный депутат Украины, сопредседатель группы по межпарламентским связям с Азербайджаном Владимир Крейденко организовал заказ еды в ресторанах города Ханкенди. Все заказы были приняты. Никакой гуманитарной катастрофы. Студент. Да, и даже черт, который порывает позже.